Если тебя укачивает в самолетах и на каруселях, я очень не рекомендую смотреть это видео, потому что сегодня будем баловаться тильтом, шифтом руками. Что это такое? Объектив обычно находится на главной оптической оси фотоаппарата, и таким образом получается, что свет приходит перпендикулярно пленке, это первое, а второе, вот эта глубина резко изображаемого пространства, она, скажем так, перпендикулярна фотоаппарату и, опять же, параллельно пленке. То есть ты получаешь какой-то срез пространства, которое изображено резко, и оно, скажем так, примерно параллельно пленке. Но сдвигая объектив, двигая его относительно оптической оси, ты эту самую глубину резко изображаемого пространства можешь видоизменять, наклоняя вперед, назад, сдвигая вверх, вниз и в стороны. Сейчас я не двигаю камеру, я двигаю только объектив. И ты можешь видеть, как платье уходит из зоны резкости. Как я могу сделать резким определенную часть объекта. Как изменяется фон. Как изменяется разрешающая способность. Она на краях обычно хуже. Поэтому ты можешь сделать, играться с резкостью в тильте, шифте гораздо интереснее, чем это возможно. Видишь? Для этого используется, конечно, Lens Baby. И мы сделаем, я думаю, аналог Lens Baby. Но, в принципе, вот сейчас я просто двигаю объектив перед открытым фотоаппаратом. Вот, он просто висит у меня в руках. Можно получить тоже определенно интересные снимки, да? Видишь, совершенно другая резкость, совершенно другие акценты. Вот такой вот тильт-шифт на двух пальцах. А кому интересно больше, сделаем еще пару видео. Спасибо за внимание, пока.